Դուք հետևում եք Կովկասյան իրադարձություններին, վստահ եմ, տեղյակ եք, ինչ է կատարվում հայկական մշակութային արժեքների հետ Ադրբեջանի անցած տարածքներում. Вы, безусловно, следите за событиями на Кавказе и знаете о том, что происходит с культурными памятниками Армении на территории, перешедшей под контроль Азербайджана. Ну, это ничего нового. Это и в ранний советский период было, и в поздний советский период, и средний советский период. Мы помним, что было в Дадиванке. Դե մեզ ՅՈՒՆԵՍԿՕ անվամբ միջազգային կառույց է ծանոթ, չենք գտնում, որտեղ է այդ կառույցը հիմա։ Ну, и ՅՈՒՆԵՍԿՕ с этим знакомо, но тем не менее, где сейчас? Мы видим на примере Азербайджана-турецких отношений, формирования их на качественно другом союзническом уровне, видим, как можно эффективно игнорировать международные институты. Как можно эффективно влиять на политику международных институтов. Вот опять-таки, возвращаясь к турецкому фактору, ведь до Азербайджана была Турция. До Азербайджана была Турция, и там количество уничтоженных церквей исчисляется, если не сотнями, ну явно сотнями, скорее всего. То есть международное сообщество из эпохи в эпоху, из десятилетия в десятилетие проглатывает вот эту пилюлю, когда на религиозные, культурные ценности православно-христианского мира, когда на культурные ценности государства, которое было сформировано до Миланского эдикта, если мне не изменяет память, государственность была сформирована в 303 году, это до Миланского эдикта, можно наплевать. А это опасный симптом, который повторяется очень давно. И то, что сейчас ЮНЕСКО никак не отреагировало должным образом, то, что международные институты, которые занимаются охраной памятников в религиозно-историческом аспекте или в христианском аспекте, никак не отреагировали, то, что идет мифологизация культурного и религиозного наследия Армении. Это, ну, это, к сожалению, это обыденность. Как вы относитесь к историческим знаниям Алиева? Простите? А как вы относитесь к историческим знаниям Алиева? Ну, вы знаете, я вот в очередной раз на примере Закавказья убедился в том, что история — это не только миф, это реальное оружие. И история может быть оружием не менее страшным, чем оружием массового уничтожения. Вот известный физик Капица сказал, что средства массовой информации в некоторых случаях могут быть страшнее оружия массового уничтожения. А на примере вот закавказских событий, связанных вот с формированием образа врага и образа воина, можно убедиться, что история — это реальное оружие. А и оно не менее страшно, чем оружие массового уничтожения. Потому что... Айсинган Алиева асканум е, инче анум айт хайтарарутюннеров. Ереван адрбеджанакан е, Севан адрбеджанакан е, Зангезуреб адрбеджанакан. То есть Алиев понимает, что делает своими заявлениями: Ереван азербайджанский, Севан азербайджанский, Зангезур азербайджанский. Ну, конечно, я думаю, это сверхвыверенные заявления. Я думаю, это заявление для потомков, которые еще не родились. Это знак тем людям, которые в будущем станут военнослужащими Азербайджана турецкой армии или турецкой азербайджанской армии.